Что такое аппарат Airflow? Это воздушно-абразивная система, которая позволяет удалить пигментированный налет. То есть под давлением подается воздушный поток с добавлением воды и специального порошка, который, в свою очередь, удаляет пигментированный налет с труднодоступных участков зубов. Зачем нужна ремиелинизирующая терапия? Местная ремиелинизация зубов проводится специальными препаратами и направлена на укрепление твердой ткани зуба и, следовательно, на повышение их кариес-резистентности, что позволяет снизить прирост кариеса зубов в полости рта. Зачем необходимо пользоваться ополаскивателем для полости рта? Ополаскиватель – это дополнительные средства гигиены, которые удаляют бактерии со всей полости рта. Ополаскиватели делятся на две категории – это гигиенические и лечебно-профилактические. Гигиенические ополаскиватели нужны для удаления неприятного запаха изо рта и освежения дыхания. А лечебно-профилактические ополаскиватели вам назначат гигиенист по вашему гигиеническому статусу в кабинете на приеме. Какая зубная паста считается самой лучшей? Самой лучшей будет считаться та паста, которую вам подобрали на приеме у гигиениста с учетом вашей стоматологической и гигиеническим статусом. Обычно паста подбирается с учетом ее лечебно-профилактической целью или с лечебной направленностью действия. Какая зубная щетка лучше? В первую очередь та, которая не травмирует десна во время чистки зубов в домашних условиях. Щетка должна быть изготовлена из качественных материалов и должна быть профессиональной. И также качество чистки, наверное, определяется не столько даже конфигурацией щетки, сколько все-таки правильной техникой чистки зубов в домашних условиях.